Всем привет! Сегодня в нашем видеообзоре универсальный отдельно стоящий монитор для автомобиля модели AWS 0500BM. Данный монитор имеет два видеовхода, каждый из них активируется автоматически, при этом один главный остается в приоритете. Давайте посмотрим на комплектацию данного монитора, а затем посмотрим на него в работе. Данный монитор у нас имеет разрешение 800x480 пикселей и размер 5 дюймов. В комплекте у нас стандартно идет инструкция и схема подключения, гарантийная карта, провод питания и сам монитор. Еще одной особенностью этого монитора можно назвать его универсальную ножку-площадку. Площадка клеится на 3M-овский скотч, и монитор у нас может стоять как на панели на торпеде автомобиля, так и на потолке путем переворачивания ножки. Все, что нужно, это просто перевернуть ножку, и таким образом монитор у нас может быть установлен на потолок. Теперь хочу показать вам особенности этого монитора. Для этого мне понадобится одна камера заднего вида и такой вот универсальный плеер, чтобы посмотреть на то, как автоматически активируются видеовходы в мониторе. Итак, я подключил наш монитор к 12-вольтовому питанию, и теперь давайте по очереди подключим к нашему монитору плеер модели AWS 0155PP, который будет проигрывать видео, и камеру заднего вида. Значит, у нас на мониторе два тюльпана, два видеовхода. Белый – это центральный, желтый, соответственно, у нас идет как второй. Подключим сейчас к желтому тюльпанчику наш плеер. И видим, что у нас проигрывается сейчас видео непосредственно с плеера. И теперь представим ситуацию, что вы включаете заднюю передачу. То есть вы смотрите что-то с флешки, либо у вас подключен сюда ТВ-тюнер автомобильный, и вам необходимо включить камеру заднего вида. Все, что вам для этого нужно, это включить заднюю передачу. Все, у нас сразу автоматически переключилось на центральный вход, на центральный видеовход наш монитор. Отключаем камеру, и у нас далее продолжает проигрываться видео. На данный монитор у нас гарантия 1 год. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии, которые мы не оставим без внимания.